Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю мясо под грибами, помидорками и под сыром. В духовочке запеку. Здесь у меня, значит, что? Здесь у меня мясо свинина, укорок. Я делала заправку. Соус такой, короче, домашнюю горчицу. Туда я маленько посолила ее. Еще, значит, у меня там паприка копченая и сухой чеснок. Я это перемешала. Кусочки я маленько отбила их. Немножко совсем. Вот это вот все промазала я. Внизу, конечно, побольше. Вот, видите, промазала все кусочки. Они у меня тут прямо в нашей форме часа два, наверное, лежали. Мариновались. Беру я теперь сейчас помидорки. Порежу. Угу. Такие помидорки, что они дубовые. И порежем. Сейчас. Маленечко. Сейчас я насыплю туда грибочки свои поверх этих кусочков свиных. Маленько присолю. И помидорками сверху накрою, беру в духовку. Так. Берем наши грибочки. Вот они такие, они были замороженные. Я их порезала. Они просто, они отварные и замороженные. Они не обжаренные. Вообще. Вот так вот я их беру и прямо на наши кусочки сюда сверху. Так вот. Порезала и все рассыпала вот это вот сюда на кусочки на наши. И как будет хорошо. Так. Дальше я маленько, надо мне присолить их. Они вообще не соленые. Но я варила их в соленой воде, но все равно. Так. Переберем пластики. Наши помидорные. И сюда же накладываем. Поверх наших грибочков. Грибочков. Еще одну помидорку разрежем. Берем да разрежем. Сыром я пока не буду присыпать. Вон что творится. В общем, все вот эти вот две помидорки я их порежу и разложу по нашим кусочкам. Внизу я форму нашу не смазывала ничем. Абсолютно ничем. Ну все, поехали. Поехали с орехами. Так. Вот это вот все. Обкладываем нашими помидорками. Помидорки, помидорки. Так. Эти пошли у нас, они у нас хорошие. Все. Идем мы в духовочку. Ставим это все дело. Так вот. Так. Сейчас мы войдем сюда. Так. Опа. Аккуратно. Ставлю я на 160 градусов. Я ее предварительно не разогреваю, потому что у меня форма такая, что ее сильно разогретую нельзя ставить. В общем, я поставила 160 примерно, 170 градусов. И пусть пока нагреется, пока она там начнет шкварчить, пусть ждем. Так, вытащила я мясо наше, как сильно кусочки ужарились, в размерах уменьшились. Посыпаем сыром. Вот еще
знаете что? Мы, наверное, Мариночка, вот это вот помидорки наши. Сколько соку? Так вот подъем. Сколько вытопилось? Вообще здесь нет. Ничего масла нет. Никакого. Просто мы так вот поливаем помидорками и сверху сыром засыпаем. Видите, как хорошо прямо зацепим сыром. И мясо уже почти у нас готово. Минут 5-7 и все, и будем убирать. И в духовку. Все, вытащили мы наше мяско. Вот сколько бульону получилось. Прямо жишки. Много. Сейчас подлетим. Вытащим это все. О! Какое красивое получилось у нас мяско. Еще одно. Оп! Вот сюда его положим. Оп. Вот так вот. Это мы сюда положим. Ой. Дорогие мои. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч.